Владимир Сапрыкин. Прозрение. Читает автор. Убежала, словно детство, распрекрасное былое, и оставила в наследство что-то мерзкое и злое, ежедневное гнилое, рождено от папизма, потому что долго жили в ореоле коммунизма. Нет Советского Союза. Жизнь в стране согласно квоте. Не себя виним, а власти, что живем теперь в болоте. Не хочу прослыть страшилкой. Верьте мне или не верьте, есть прогноз, что из болота нам не выбраться до смерти.